Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня на Тайване появились новые акции. Мы сейчас их посмотрим. Обращаюсь просто к своей адекватной аудитории, потому что я там начинаю от школьников бомбить. И, ребят, я буду удалять и блокировать сразу же пользователей, которые будут писать маты, писать оскорбления. Вот. И прошу своих адекватных подписчиков не лезть в это все, это раз, не отвечать тем же, это два. Мы с князем попереписывались, я ему рассказал, показал, надеюсь, он меня понял. Он там пишет видос, запишет видос, я даже его посмотрю, посмотрю на его адекватность, как он говорит в кавычках, что он нейтрально к этому всему относится. Вот. По поводу бомбящих я уже сказал, не хотите, не смотрите, ставьте там дизлайки, но удалять и блокировать я буду однозначно за разные там маты, перематы, оскорбления. Вы все темы не знаете, если вы не смотрели, там начинают, вот профиты никакие, я никогда не кидал скрины и не буду кидать, почему я, в принципе, объяснил, рассказал, для меня эта тема уже давным-давно закрыта, кто там хочет дальше хайпить, развивать, там ты слил аккаунт, мне нахрен тут аккаунт не нужен был, в принципе, все. То есть тема для меня полностью закрыта, поэтому я надеюсь на своих адекватных подписчиков. То, что меньше подписчиков, там я просто ору некоторые комментарии. Вот все, канал пипец, все закроет. У меня, слава богу, адекватные подписчики, и можете там лепить. Вот вы забегаете, там школьники. Вот я больше всего ору, то, что школьники начинают вписываться, не зная, что, почему, как, несмотря это все, это все вот реально просто улыбает. Самое главное, что вы делаете пиар каналу, это мне нравится, потому что появилось еще больше, еще понравился коммент насчет того, что тебе не будут давать аккаунты на роллинге. Чувак, у меня сегодня просто тупо добавилась куча народу, адекватных парней, которые дают аккаунты на роллинг. И все знают, те, кто у меня на канале давным-давно, что это просто огонь. Вот эта вот ситуация, поэтому я вас просто очень прошу, не агритесь. Мы с князем нормально пообщались. Все нормально, пишет он там видос, не пишет, я ему объяснил позицию, рассказал все, и я останусь при своем слове, то есть все как и есть, так и будет. По поводу там Вадимки, Крыски, не знаю, который преподносит информацию по-другому, есть скрины в телеге, я вам скину посмотреть. Думаю, Саня напишет видос после общения там с гильдией, с главой гильдии и всего, то, что там просто, просто жесть. Наша ситуация там останется в разборках, так и останется, мы будем это решать, но не знаю, это уже не общее обсуждение, и оно никаким образом не должно влиять на вас, то, что там многих бомбит. Вот, чувак, ты слил. Вот вы забегаете, пишете коммент, а потом еще дальше начинаете агритесь, потому что вас блокируют. Я буду блокировать маты. То есть это мое последнее слово. Я даже в эту ситуацию больше впрягаться не буду. Я как бы переговорил, у меня есть на то причины, и я их объяснил. Вот, поэтому бомбите, не бомбите, ребят. Это лично ваше. Лично ваше дело, пруфы я уже просто рассказал, все показал, с Аней переговорил по поводу его видоса, думаю, он меня тоже понял, и я его понял, поэтому, мои адекватные ребята, не реагируйте на вот эту вот всю срань, не отвечайте тем же и не агритесь. Мы как бы с князем нормально пообщались и расставили точки, все. Каждый снимает свой контент, и у каждого есть свои подписчики, которые будут топить за своего ютубера. И я рад, что у меня куча ребят, которые написали и знают это. Я как бы, мне честно насрать. Вот то, что там начинают там школу-то бомбить, просто пофиг. Есть просто причины, по которым реально этого делать не надо. Вот. Я мог также
и страйки покидать, и кучу всего сделать. Ну, я этого не делаю. Видео есть видео. Мы, в принципе, переговорили насчет всего происходящего. Дальше это уже лично дело каждого, как кто будет высасывать информацию. То есть есть много ребят адекватных, которые сразу расставили точки над «и». Респект вам. Каждый остается при своем мнении. В общем, похрен, поехали дальше. Это было так, отступка, ремарочка. По поводу акций, что сегодня интересного есть на Тайване? У нас появилась вот такая вот акция ежедневная, что-то похожее на акцию с Тайваня, где тоже дают плюхи. Вот такие вот плюшечки здесь дают 7 дней, как видите. То есть вам надо залогиниться, то есть вы должны залогиниться через Facebook. Хотя как-то странно, блин, английский Facebook слили. Сливают, я что-то не могу там, или Twitter, или Facebook. Facebook, по-моему, да, Facebook же сливают. Ну, короче, тут за логин и за репост, вроде, насколько я знаю, то есть в Фейсбуке вы можете забирать подарки отсюда. То есть такая вот акция. Не знаю, ли будет она, конечно же, на русском сервере, но, скорее всего, может быть и нет, а может быть и да, посмотрим. Но на английских там и остальных серваках вряд ли ребята это будут делать, особенно в Фейсбуке. В связи с прошлыми событиями, которые были по поводу закрытия. Поэтому посмотрим, что будет дальше. В общем, такая вот акция, кто на Тайване. Надеюсь, что она будет на русском. Я так записал этот видосик, простой, обычный, чтобы просто остановить этот тупой агр школьников, которые просто не понимают, куда лезут, кому пишут, и начинают там какие-то выяснения. Просто включите немножко мозг и сначала посмотрите всю ситуацию, все стороны. Там многие пишут: вот ты не предоставил каких пруфов. Камон, чуваки, какие я должен предоставлять пруфы? Я уже просто записал утром видос, который, в принципе, можно было бы и не писать. И сейчас пишу еще раз. Просто я пишу для адекватных ребят, которые с моей стороны там агрятся. Не пишите князю, там не надо кидать эти ответки. Это все просто, знаете, вот это хайп, типа раздутость, она нахрен никому не нужна. Тем более мне. У меня есть куча людей, которые меня смотрят, куча ребят, которые меня смотрят. Я кучу всего в гильдиях везде сделал, поэтому это уже так, знаете, это чисто прошлое. Там будете хайпить, будете ныть, писать, ставьте дизлайки и все остальное. Я свое мнение сказал, я при нем останусь, и я всегда за свои слова отвечал перед своей аудиторией. Я никого со своей аудитории еще не кинул, не сделал возврат там и прочее. Поэтому будьте просто нормальными, адекватными ребятами. Там, если вы хотите пагриться, возьмите, пойдите на своих родителей, пагритесь там, покричите, или на друзей своих. Агриться в интернете, ну, я считаю, это немножко глупо. Там выявлять свои эмоции: я вот такой Рэмбо, я к тебе приеду, я свинец. Так, камон, чуваки, это просто, вот знаете, маменькины и папенькины интернет-бойцы. От того, что вы там напишете негативный коммент, поверьте, в жизни ничего не изменится, особенно у вас, а хотя оно может и измениться. В общем, всем удачи и ждите новых видосов. Возможно, и постримим сегодня что-то, я не знаю, просто есть куча дел. Я вчера постримил десятку, мы, кстати, разыграли аккаунт топовый. Видос есть, можете посмотреть. Победителю надо отдать, потому что я закрутился. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.